Меня зовут Буранбаева Эльмара, мне 21 лет, я мисс Кыргызстан 2018. Я Ивагова Бегимай, мне 21 год, я являюсь первой вице-мисс Кыргызстана 2018. Меня зовут Балтабаева Шахзада, мне 20 лет, мой титул вторая вице-мисс Кыргызстана 2018. Меня зовут Ниязбек Кызаруке, мне 16 лет, и я обладательница титула третья вице-мисс Кыргызстана. Для начала я хотела испытать свои силы, на что я способна. Попробовать себя в сфере конкурсов красоты именно в нашей стране и набраться опыта именно в сфере конкурсов. С детства я очень мечтала стать мисс Кыргызстан. Я с детства хотела поучаствовать в таких конкурсах, мне не разрешали сначала. В этот раз разрешили не для дальнейшей карьеры какой-то, а просто для себя. Я на такие вопросы не отвечала. Ну, глаза, наверное. Меня сам Бог так сотворил, и думаю, во мне все красивое. Я очень довольна своим ростом и считаю, что это один из критериев красоты и стандарт. Глаза. Части не смогу выделить, но все мне говорят, что у меня красивые глаза. Я красивее. Всегда. Пытаюсь улыбаться. Посмеяться. Сразу у меня краснеют щеки, это во-первых. Во-вторых, сразу взгляд на пол. Да никак. Только тоналкой пользуюсь еще. 7. Килограмм пуха. Равно. Килограмм камней. Килограмм камней. 56. Земля вращается. Солнце вокруг Земли. Земля вокруг Солнца. Солнце вращается вокруг Земли. Писатель. Что написал? Я не знаю, но вроде бы писатель. Не знаю. Нашего? Знаете, их так много и поменялось, то, что я не знаю, как его зовут. Их много было. Я знаю, что у нас был премьер-министр Бабанов, я больше никого не знаю. Так, Сапарисаков или как там? И Сава Маркулов. Вишневый сад написал Пушкин. Биринчи Мугалим. Ранние журавли. Красное яблоко. Первый учитель. Ахкеме. Белый пароход. И дольше века длится день. Джамиля. Ранние журавли. Ну вот так вот. Честно говоря, это так глупо смотрится. Наклоняй голову чуть. Секрет успешного селфи – это когда вы фотоете себя как есть и потом накладываете очень много фильтров. Освещение, чтобы на лицо падало, и красивый макияж или там. Вот. Покажите, как вы делаете селфи. Могу. Но это не самая удачная фотка получилась, так как я волнуюсь.